Становишься личный оптимист. Сейчас показываю. Знаете, сейчас, почему я вот, когда ходил за Самоном, И у меня есть, короче, велик мой. Почему я на велике не ездил за Самоном? А велик был сломан. Вот, показываю. Тот самый велик. Он стоял в козляднике полгода. Пылился, дымился. Полгода стоял в козлятнике, пылился в углу. Вот, вчера я его помыл немножко. От этого, от всякого, всякой пыли, грязи. Отмыл. Более-менее. И он, короче, был сломан. У него были на заднем колесе там эти подшипники сломаны. Прям рассыпались подшипники. Сегодня у меня, короче, я нашел подшипники, и вчера, и сегодня я его чинил. И в итоге починил. У меня получилось его починить. Все, как бы он работает, все нормально. Я на нем буду возить сама. Ну, видите, до сих пор пыль, грязь тут осталась. Вот. Не мог починить, потому что ну, не было у меня подшипников тупо. Я их не мог найти. Потом мне станичная бабушка отдала пару штук, у нее там были. Я поставил, и все. И он ездит. Вот, все нормально. Сегодня у нас какая-то пасмурная погода. Прям дождь шел. Вообще туманы были. Кошмар. Началась погода. А, кстати, я мне посмотрел на залу и вспомнил. Я вчера, получается, да? Этот саман я делал. Вон тут уже вода набралась дождевая. Вот саман делал. Саман — это саман, смешанный с золой. Вот это моя недоформочка, а вот это мои саманные блоки. Два. И еще два. Такие страшнючие. Ну, это я решил просто проверить, вообще не получится у меня. Нет, не получится. Саманные блоки. Вот. Такого прочного, мощного самана. Как бы. Пока такая вот погода страшная, я вот не хочу, точнее не то, что не хочу, не могу делать хату. Ну вот, холодно уже, что-то как-то опять пасмурно, холод, вот это все мешает мне самому делать хату. Ну и как бы все, вот я вот буду возить, значит, портфель. Возьму опять тот самый портфель, набью его саманом, возьму пакетов, набью саманом. И сюда, понавешиваю на руль и поеду домой. Саманом. Ой, два велосипеда, короче. Велосипед. Я пользовался велосипедом всегда аккуратно. И вообще, велосипедом пользоваться нужно аккуратно. Я. Поэтому он, короче, этому велосипеду получается уже четвертый год. Четвертый год этому велосипеду. Я 3 года. 3,5 года ездил на нем. И там менялись, естественно, камеры, покрышки, но что-то незначительное менялось. Вот. А вот 3,5 года прошло, я аккуратно ездил. Ничего это не дрифтил, ни трюки никакие на нем не делал, просто ездил. Потому что я не умею ни трюков делать, ни выеживаться, да и не хочу. Вот, зачем мне это? И представьте, 3,5 года подшипники, родные подшипники держались на нем. 3,5 года. И только потом они сами уже подвели и начали хрустеть. Ну вот, сломались. И вот эти вот полгода, которые он стоял в козлятнике, там он пылился, стоял. Вот, и сегодня я его починил. Вот, так что еще будет 4 года служить. Все нормально будет. И буду на нем возить саман. Поэтому вот спина моя не будет болеть, и все нормально будет с ним. И с моей спиной, как бы, все. Такие дела. Всем пока.